В долгих раздумьях над смыслом жизни вы, очевидно, не раз задумывались над вопросом «Кто я?», а в ответ лишь серые отголоски сознания пытаются найти смысл в глубине души. Hello, darkness, my old friend. Ой, что это я? У нас на обзоре игра «Кто я?». Не переживайте, на злополучный вопрос вам ответят друзья. Принцип игры знаком каждому. Надеваешь обруч с карточкой. Слово и рисунок вы не увидите, а вот друзья ваши – да. За определенное время игрок должен угадать слова, задавая вопросы, на которые можно ответить только «да» или «нет». В игровом наборе обязательно идут песочные часы. Если вы еще не поняли, как играть, смотрите дальше. Так, я живая? Нет. Не живая? Да. Я пища? Да. Растительное происхождение? Нет. Животное происхождение? Да. Я белое? Да. Яйцо? Нет. Молоко? Да. Ура! Производитель Danko Toys представляет три версии игры «Кто я?». Дорожная, которую удобно брать с собой в дорогу. Маленькая версия, в ней 108 карточек со словами и картонные обручи. И большая версия, в ней 162 карточки со словами и пластиковые обручи. Каждая версия от Danko Toys идет на русском и украинском языках. Также производитель Arial представил свою версию игры «Кто я?», только на украинском языке. В ней 140 карточек со словами, 20 пустых карточек для написания своих слов, 6 картонных обручей и очень крутой дизайн. Игра подходит для игроков от 6 лет. Отличный вариант для посиделок с друзьями от 2 человек, для вечеринок и для корпоративов. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и увидимся в следующем обзоре.